Совсем недавно Славянский район отпраздновал свой юбилей – 95 лет со дня образования. Несмотря на то, что основные торжества уже завершились, мероприятия, посвященные этому событию, продолжаются. В поселениях района продолжается поисково-просветительская экспедиция «Имя Славянского района», цель которой – популяризация социального и историко-культурного наследия Кубани, жизнедеятельности известных земляков и соотечественников. Экспедиция охватывает исторический период с 1924 года по настоящее время. В историю Славянского района золотыми буквами вписаны имена сотен людей, внесших огромный вклад в его развитие, прославивших свою малую родину боевыми и трудовыми подвигами, ставших примером для многих поколений земляков. Экспедиция «Имя Славянского района» стала замечательным поводом для того, чтобы не только отдать дань уважения землякам, уже внесшим неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Славянского района, но и отметить тех, кто живет и трудится рядом с нами, тех, кто сегодня служит примером для окружающих. Экспертным советом при администрации Славянского района с учетом общественного мнения были определены 114 лауреатов, которым присвоен почетный титул «Имя Славянского района». Четверо из них – жители прикубанского сельского поселения, где прошло торжественное чествование почетных тружеников. Кондра Николай Григорьевич родился в хуторе Прикубанске Славянского района, является достойным представителем старейшего казачьего рода Кондра. Окончив 8 классов, поступил в СПТУ 45 города Славянска на Кубани и одновременно учился в вечерней школе, получил среднее образование. В семье Николая Григорьевича чтут казачьи традиции, уважение к старшим, умение трудиться, почитать родителей. Является депутатом прикубанского сельского поселения 3 созывов. Пользуется уважением жителей хутора как человек дела. В числе отмеченных в этот день также Валентина Ивановна Сидоренко, Надежда Григорьевна Казакова и Валентина Павловна Гревцева. Дипломы лауреатов премии «Имя Славянского района» были вручены родственникам лауреатов, которых уже нет с нами. А живущие получили их в свои руки и чествовались на сцене. Эти имена теперь золотыми буквами будут внесены в книгу истории Славянского района. Мы ее помним постоянно работающей, с чем-то занятой. Либо это был уход за больными, либо это был уход за своими детьми, за участком, за домашним хозяйством. И так в труде постоянно. Мы ее помним, с благодарностью вспоминаем, как заботливую мать, как хорошего человека, как человека, который откликался на все просьбы местных жителей. Ни днем, ни ночью у нее покоя не было. Молодежь поселения на этом мероприятии узнала о своих выдающихся земляках и получила прекрасный пример для подражания. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».